остался осадом и помог. Потому что врачи отказались, сказали о том, что любое вмешательство медикаментозное, оно бессильно, и мне разрешили еще немного пожить. Но благ Господь, и его кровь, которую я сейчас пела, и его жертва, она совершила свое реальное действие в моей жизни. Он пришел и исцелил, потому что сказал, что ранами твоими ты исцелена, ранами моими, сказал Господь, ты исцелена. Церковь молилась и постилась. Я прошу вас, братья и сестры, никогда не опускайте руки. Дайте место Господу в своей жизни. Дайте место Ему. Дайте место Ему в жизни ваших детей, в жизни ваших семей, в ваших семьях. И вы увидите чудеса. Взывайте к Нему и не опускайте руки своих никогда. И это чудо произошло буквально после месяца молитв и постов церкви, моих друзей. И когда сделали последний снимок, сказали, это будет последний, что мы тебя отпускали по месту.